Давай попробуем разобраться в менталитете киприотов. Они островитяне. В принципе, островитяне, они все более медленные. Они не то, что медленно себя ведут, да, чтобы было понятно, они медленнее мыслят. К ним нужно привыкнуть, с ними нужно медленно общаться, с ними их нужно понимать. Но они добрые. Они добрые, они пытаются помочь практически всегда. Здесь ты не останешься, мне кажется, на улице. Это все делается для граждан своей страны в первую очередь. И вот от этого образовывается такой теплый менталитет, потому что когда люди друг к другу относятся с теплом, да, к согражданам, грубо говоря, там, к своим соседям и так далее, это уже на всех абсолютно других людей тоже распространяется. Они добрые, но они очень обидчивые. То есть лучше не обижать киприота, потому что это обида на года будет.